Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и со мной сегодня два моих дружочка-пирожочка. Поздоровайтесь. Здравствуйте, сегодня мы дрались за то, кто будет приветствоваться первый. Как видите, я победил. А у меня вопрос, а где нам проходить сквозь меня, Роман? А, ну, знаешь, мне даже приятно. Короче, ребятки, сегодня у нас очень интересные роли, как обычно, не зря сейчас креативе. В чем суть? Скажи. Суть. Быстро рассказываю. Суть за 5 секунд. Слушай. Давай. Все, успокойтесь. Короче, собственно, ребятки, рассказываю. Говори. Суть. У нас что есть вот такой вот куб из бедрака, но он весь внутри не заполнен. Сейчас сбежали все. Короче, у нас сегодня челлендж такой. А называется он таким образом. Кто первый выберется на поверхность, тот победил. Но вы не думайте, что все так просто. В этом кубе спрятаны лаки-блоки. Но помимо них... Я его отму, но холопату! Тихо, все, успокойтесь. Но помимо этих лаки-блоков, тут также есть всякие ловушки, которые будут мешать нам выбраться наверх. Давайте вот я, например, сейчас вам в разрезе покажу, как выглядит этот куб. Возьму прямо сейчас топорик. Ребятки, просто чтобы вы понимали суть ролика. Вот, смотрите, к примеру. Вот так вот выделяю и пишу тот С. 20, ну, типа стекло. Больно? Вот так вот выглядит. То есть мы сначала копаемся тут, потом вода, потом это. Помимо этого, еще тут лаки-блоков полно, но их тут не видно. И, короче, кто все-таки выживет и первый окажется вот тут, о, кстати, я первый, тот победил, и тот красавец, и тот молодец, и вообще он самый красивый и получает подарочный купон в салон красоты. А в армию красоты меня пригласят? И в армию красоты. Все, давайте, заходите вовнутрь. Так, то есть надо выбраться просто, в этом суть. Ну да, выбраться. Я думаю, ты понимаешь. Хорошо, я победил. Нет, выбраться через верх. Залазь, а ну залазь обратно. А я люблю через это. Через другую. Че, шутка довести до конца не можно, да? Через черный выход люблю выходить. А, ну ладно, я тебя понял. Короче, давайте, берите предметы из сундуков. Как видите, у нас тут есть предметы разные, а именно кирка, топор и пата-лопата. И еще также два зелья. Вы готовы все? Да. Подожди, мы начинаем типа с разных сторон как-то или прям? Да как хотите вообще, как хотите, только ко мне не присылайте. А, погоди, надо взять лопату. А, ну понятно. Андрей же где лопата? Кстати, в прошлый раз, Андрей, ты в предыдущем ролике тоже лопату не нашел, помнишь? Вы что, уже начали, что ли? Все, поехали тогда. Поехали. Подожди, то есть нам нужно копаться вверх, я правильно понял? Да, нам нужно не только вверх копаться, но и по бокам, чтобы находить лаки-блоки, ведь в конце будет битва, чем ты драться-то будешь, а? Я понял. Андрей, ну не ходи за мной, давай в разные иди. Так. Надо в разные? Да, нужно в разные. Так же неинтересно. Я уже потихоньку поднимаюсь наверх, и черт, первая вода, и это вода. Меня настигла вода у вас, ребятки. Да, то же самое, только что. Ну, а подожди, на самом нижнем ярусе тоже есть жилок. Мой! А, нет, твой! Неожиданно, Андрей, да? Да, слушай, Ром, я воспользуюсь твоим черным выходом. Да, конечно, без проблем, дружище. Хорошо. Когда ты не пользовался моим черным выходом? Так, я поднимаюсь на самый верх. Андрей, ты хорош, отстань от меня! Отстань, все, нет, нельзя. Нет, нельзя, я передумал. Черт, туда псизил сверху, я сейчас задохнусь. Короче, Ром, знаешь, сейчас... Хорошо, я тебя закрою. Да, че, пиксель? Короче, смотри, знаешь этот лаки-блок, когда тебя лавой заливает? Лаки-блок, ну... Вот, и, короче, типа, у меня заспавнилась лава, но за счет того, что здесь вода, короче, воду перекрыла с помощью этого. Отлично, ну, ты понял, отлично. Точнее, лаву с помощью воды, ты понял? Ну да, я тебя понял. Ребят, пока что мы идем вровень. Пока что... Да, Андрей, ну отстань отсюда, пожалуйста, отстань. Да хватит меня убивать. Отстань, постоянно. Не подходи ко мне. Я просто хотел выжить. Я просто хотел жить. Ты просто из тех, кто любит жить? Да. Киселечек просто из тех, кто любит жить? Вот у нас два мальчика едут, не один. Смешное видео, ребят, заслуживает лайка, я считаю, как и мои. Жалко кота было. Да, кота жалко. Ты куда? Эй, персик! Слушай, я не понимаю, 2 года буду, что ли, топ-сидент копать? Чего он так долго копается, я не понимаю. Ну, из-за того, что ты под водой, за счет этого. А, понятно. Сделай себе небольшую такую, знаешь, комнатушку, где не будет воды. Не, если сделаю эту комнатушку. Андрей, пожалуйста, Андрей, если ты снизу, не убивай меня, я тебя умоляю, иначе удержание... Я этого... тебя не убиваю, Ром. Иначе удержание этого ролика просто упадет. Я просто пытаюсь выжить, Ром, я просто живу. Господи, я сделал это, я сломал, слава богу, я сломал. Так, я сейчас попробую как-то выбраться отсюда, ну, по крайней мере, постараюсь как-нибудь это сделать. Вот тут побольше как-нибудь территорию раскопаю. Да ладно, ну, наконец-то, господи, я сделал это, я сломал, я увяз в пути. Который мне сейчас рукой придется сломать, чувак, это долго, очень невыносимо. А что, у тебя меча никакого нет? Нет, а у тебя?
Не, у меня вообще нет, мне из двух лаки-блоков какой-то ужас выпал. Сначала меня пыталось залить лавой, а потом мне просто мухомор выпал. Ну, я сейчас надеюсь, я найду какие-нибудь лаки-блоки интересные. Господи, не может быть, я думал, я буду делать это полвека. Так, выкапывайте дальше, как у вас там дела? Я вот только что до паутины дошел. А я сейчас планирую, короче, поискать лаки-блоки, потому что у меня ничего нету, чем можно драться. А как у тебя там дела, Пиксель, обстоят? У меня дела, вот, понимаешь, плохо. Во-первых, у меня два лаки-блока были, и из них выпало как-то говно. О, я нашел лаки-блок, тут свиньи вонючие. Тупые свиньи. Давай разрежем их на мясо. Нас же просил. Подожди, ничего такого. Просто обычное желание, понимаешь? Обычный день. Просыпаешься с утреца, но хочется мяса, реально. Ну реально. Хочется сало украинское. Сало, то есть с хреном, надо с чесночком, как бы. Ну хочется реально бахнуть. А если тут вегетарианцы сидят? Да, допустим, я. Допустим, а что? Что? Андрей вегетарианец? Андрей вегетарианец? Андрей вегетарианец? Не общаемся больше с Андреем. Выключаем общение на сегодняшний. А, что происходит? Что? Что такое? Я не понимаю. Что произошло? А, я в текстуру как-то... На меня наковальни упали, серьезно? Да-да-да, тут есть и наковальни. Нифига ты уже себе высоко забрался, конечно. Вот это жесть, вот это жесть. О, вот это да. Вот это прикол. Я говорю, как легенд, брат. Я снимаю. Я снимаю. Короче, Ром, я вижу сейчас, смотри, я через 5 паутин, я вот не знаю, как посоветуешь, дружочек, через 5 паутин я вижу лаки-блок в паутине. Ром, а я в бедраке, что я не советую. Ты в бедраке? А, ты очень высоко, Андрей, поднялся. Ты чё, с ума сошел, что ли? Смотри, там... А! Наковальня, господи, я напугался их. Короче, я в наковальнях сейчас. А, то есть где я? Ну, видимо, где... Слушай, какой ужас, тут так много наковальн, что делать-то? Так, сколько мне еще уровень остался, потому что я уже прохожу доски. А, я, короче... А, лава! О, ты практически на самом верху, блин, мне нужно тебя обогнать, но мне не с чем тогда с тобой будет драться. Мне нужно найти лаки-блок, и я вижу лаки-блок, господи, я так хочу к нему пробраться. Тут огромная толпа наковальн, которая хочет жесткого избиения. Ну его, на самом деле. Капец, короче. Прибить. Ребята, я хочу вам пожаловаться. Я сломал 8 паутин, добрался. Мясо, ура. Добрался до лаки-блока, и мне выпало яйцо эндер-дракона. О, поздравляю тебя, поздравляю. Спасибо, друг. Да, ну, это ужасно. Я так понимаю, что если я сейчас буду копаться чуть выше паутины, там упадет на голову мне наковальня. Я правильно понял? А, нет, там еще... О, я вижу вдалеке лаки-блок. Я надеюсь, я к нему прокопаюсь. Господи, как тяжело тут копаться, чуваки. Я, кстати, не вижу, где еще дырка, чтобы выбраться. А, кажется, я ее нашел, чтобы выбраться на самый верх. Но я пока что не буду выбираться, естественно. Я поумнее поступлю. Я для начала достану лаки-блок. А у вас сколько уже лаки-блоков найдено? А у меня ни одного. А надо их вообще искать? Ну да, вообще у нас кто первый выберется, тот как бы победил. Надеюсь, это буду я, естественно. Я нашел броню из лаки-блока. О, нет. Надеюсь, я сейчас тоже что-то годное найду, чувак, потому что обидно. Ну это, Ром, сам должен понять, как бы я заслужил. И из четырех лаки-блоков не нормально. Я вот, пока вы там что-то ищете себе, я устраиваю здесь такое, ребята, такое. Ты что там, подлюку устраиваешь? Очень-очень большую подлюку. Ой, кажется, я понял, что... Я понял, что... Блин, лаки-торговец. Вот дебилизм, конечно, нафиг я... Я понял, что ты делаешь, Андрей. Ты сверху выкапываешь воду, да? Не, я выкапываю лаву и устроил массовый поджог в досках. А, так это наоборот хорошо. Я сейчас поднимусь быстренько, да и все. Так, я сейчас планирую копаться в досках для того, чтобы найти хотя бы сколько-нибудь... А, динамит, куча динамита, огромная куча динамита! Пиксель, ты нам там полкарты сейчас разнесешь. Да не, это я понял, я в наковальнях это сделал, но в наковальнях застряло и ничего не взорвало. А, ой. Подождите, а как выбраться из бедрока, ребята? Ой, нет, пожалуйста, тихо. Из чего, из бедрока? Да, пацаны. Короче, там где-то в бедроках есть дырки, то есть их нужно найти, прокопаться. Живи, Андрей. Я сейчас попробую... Рома, как... да ты мне западло вот это устроил. Я тебе ничего не устроил. Ты меня закрыл досками? Не, я вообще ничего не делал, я пытаюсь найти лаки-блоки. Нет, это не ты, ладно. Это не я. Это никто. Кстати, Андрей, хочешь, я загадаю тебе загадку? Нет, я не в тюрьме. А мы считали дырки в сыре, 3 плюс 2 равно... Все ясно, Пиксель. Сколько будет 3 плюс 2, Андрей? О, я нашел идеальную дырку, ребятки. Ну, я думаю, 4 вообще, по факту. 3 плюс 2 равно 4? Ты серьезно?
А, погоди, 5. Топ-5 тупых Андреев. Первое место Андрей. Мама-мама-мама-мамочка. Большая мамочка, естественно. Андрей, большая мамочка. Блин, я не могу тут выбраться. Какого фига? Так, тихо, погодите. Я на самом верху. Кто-нибудь еще есть на самом верху? О, нет. Андрей, выкапывайся. Андрей, тебя вижу. Я сверху. А, в смысле? Отстань, пожалуйста. Я пошел назад. У меня очень мало жизни. Пошел вон. Какого фига, Андрей? Отстань, сюда. Я буду под водой жить. Я с тобой не желаю общаться, выключай общение. Давай, иди сюда. Я пошел назад искать лукиблоки. Что? Нет. Я выбрался. Я его убил. Я тебя убил, Пиксель. Я успел наступить своей ножкой. Да, а я победил. Так, осталось дать Андрей. Сейчас интересно, кто победит, я или Андрей? Давай, Андрей. Я тебе даю время, чтобы ты выбрался наверх, и мы устроим битву. Давай. А почему ты меня сразу убил? Роман Компот, давай это обсудим. Нет, мы не будем к этому возвращаться. Тогда я сейчас буду делать эту полную демонетизацию. Андрей, давай, выбирайся наружу. Ты сможешь выбраться? Я как бы умею, конечно, да. Давай, попробуй. Но, давай так, мы с тобой договоримся. Что, Пиксель? Дом. Я, Ром, слышишь меня? А. Я пройду 100 шагов, и ты меня не тронешь. Нет. Ладно, 10 шагов. Ты просто выберешься, и я покажу. Иначе я тебе похлебал, дам топору. Я тебя пока что не буду трогать, выбирайся, и мы устроим сейчас битву с тобой. Все, мне надо 10 шагов, чтобы жить. Готов? На этом свете. Раз, два, погнали. Не понял. Ты куда, Андрей? Ты куда? Уйди! Ты куда? Уйди! Ты куда? Уйди! Ты куда? Ты чё устроил тут? Чё тут за шутки прибаутки? Уйди! Опачки! А кто победил у нас сегодня, ребятки? Блин, я считаю, что я, конечно же, потому что я мог тебе дать отпор. Да, ты мог, но ты решил почему-то убегать, как ты это любишь. Мне стало страшно. Ох, ребятки, конечно, интересный сегодня ролик получился. Сегодня мы с моими друзьями... Че ты, Пиксель, этот скайварсерский режим устроил? Я скайварсер, прости, что никогда не говорил тебе, что я не совсем обычный. Смотри, а я бы варсер, смотри, строй. Нифига, я простроился сейчас только что. Ладно, ребят. А я, ребята, лаки варс, играем. Так, иди отсюда. Ребят, спасибо большое, что посмотрели этот ролик. У меня начинает лагать Майнкрафт, и я с вами прощаюсь. Сегодня я победил в этой мини-игре. Я выбрался первый, еще и накостылял всем по морде. Вот я крутой, конечно. С вами был я, Компот. Со мной сегодня были мои дружочки. Дружочек с капустой и дружочек с луком и яйцом. Попрощайтесь. Да я не пирожок, я казинак. Ты не пирожок, Андрей. Ты все-таки пирожок с луком и яйцом, потому что от него пучит. Всем спасибо большое за просмотр. Всем удачи, всем пока. Ну да, конечно, лучше с салом наяривать. Чего?